садики резко сокращались в те годы, и здание висело на балансе у муниципалитета. И вот потом вдруг его передали в каком-то 2004 году или 2005 году, передали епархии. То есть тогда, когда ставился вопрос о том, что имя Врангеля, ему там уже появляются первые доски, первые памятники, где-то, не у нас. И было такое предложение, я помню, это предложение поддержал тогда еще не сидевший Батурин, это брат сестры, жены Лужкова. И тогда он в Сочи проводил слет, это был 2005 год, по-моему, слет военно-исторических клубов. Я был на этом таком слете, там создавалась очередная ассоциация, которых у нас много создается, и потом они какое-то время существуют, пока не создаются новые на этом же месте. И вот там вполне серьезно он говорил о том, что это здание он согласен и курировать, оплачивать, реставрацию, сохранение. И предполагалось, что там будет музей гражданской войны. То есть могли быть разные варианты. Мог бы располагаться наш Донской военно-исторический клуб имени Платова, который на тот момент так был достаточно. Вот это все было, и все это было, но оказалось, что мы опоздали, здание передали епархии.